Всем привет! Уже в эти выходные в 24-м туре РПЛ нас ожидает московское дерби. ЦСКА на веб-арене сыграет с Локомотивом. Сегодня мы поговорим про эту игру, а в конце я дам свой прогноз на данное противостояние. Но сначала не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А теперь я желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем. Московский ЦСКА продолжает свою серию без поражений. В чемпионате у армейцев 5 побед подряд, и именно благодаря таким результатам ЦСКА находится в 2 очках от второй строчки. Эта серия побед вполне могла продолжиться и в Кубке России, но ЦСКА сыграл 1-1 с Уралом, и теперь команде Федотова надо будет добиваться победы 3 мая в Екатеринбурге. А сделать это очень непросто, Ростов и Спартак не дадут соврать. Возвращаясь к чемпионату и смотря в календарь ЦСКА на последние туры, непонятно, где армейцы этот сезон закончат. Потому что последние 3 матча это Спартак, Краснодар и Ростов. Причем первые 2 игры будут на выезде. Поэтому посмотрим, как команда Владимира Федотова себя проявит, ну и про Кубок страны тоже забывать не стоит. Там ЦСКА решает самые серьезные задачи, и всем фанам красно-синих хочется наконец увидеть долгожданный трофей, которого не было уже очень давно. Локомотив, как и ЦСКА, эту весну тоже проводит очень здорово. Всего 1 поражение в чемпионате, да и то было от Зенита. Поэтому аутсайдером в матче Лока не будет точно. И это будет первое дерби для Михаила Галактионова, и очень интересно будет посмотреть, как он к этому поединку подготовится. А в прошлом туре Локомотив сумел победить в Оренбурге 4-1, и эту победу вполне можно назвать сенсацией. Для Оренбурга это всего лишь 2 поражение на своем поле за весь сезон, поэтому эта победа обретает еще более ценный вид. Ну и с другой стороны, где мы еще увидим 3 голевых передачи от Артема Дзюбы в одном матче? Кстати, еще немного интересной статистики. Если бы чемпионат начинался весной, то игра ЦСКА и Локомотива была бы битвой за первое место, потому что у этих команд за весенний отрезок набрано 15 очков, и это лучший показатель во всей лиге, у Зенита только 13. Наш партнер, компания MLBet, предлагает различные варианты для ставок на эту игру. Например, на ничью в этом матче можно поставить с кэпом 3,9. А я попробую рискнуть и поставить на победу Локомотива с очень жирным кэфом 5. Вы можете повторить мою ставку, либо сделать любую свою. Потому что по ссылке в описании вас ожидает бонус для новых клиентов в размере 25 тысяч фрибетов, если вы введете вот этот промокод. Делайте ставки, но делайте это с умом. А теперь мой прогноз на этот матч, и что-то мне подсказывает, что дерби нас ждет очень интересное и яркое. Голов будет много, и победа Локомотива 2-1 очень вероятный результат. Свое мнение о матче пишите в комментариях. А на этом у меня все. Всем удачи, любите футбол, смотрите футбол, болейте за клубы РПЛ, и всем пока.